Итак, мои дорогие друзья, вы были здесь, вот снова с вами, сейчас мы сразимся с Дантешко Волдерионш. Ребят, против нас тоже Дантешко Волдерионш, поэтому всякое может произойти сейчас. Кишечники страшно отлетают сейчас, ребят, очень серьезно. Все уже понимают, что надо делать с кишечником, с противничком. Ну, то есть противничек кишечника, он всегда может быть в отлете, поэтому только аккуратно. Если только по тропинке. Итак, посмотрим, насколько Волдереныш противника серьезен. Что он будет творить? Угу. Да, Волдереныш запустил два иной тентакля, ребята, это было предсказуемо, но я не смог ожидать этого. Понадеялся я на немножечко другой компонент, но вот он, Волдереныш. Опасник. Смотри, что он творит. Аккуратно. Не надо так. Не действуй так, пожалуйста. Спокойно. Хватит, довольно, мне уже не больно. Волдереныш ужасно. Очень опасный парнишка. Да, один из Волдереныша просто летает. Но я не знаю, что тут сказать, ребят. Без комментариев. Вот тебе и Волдереныш. Ну что, продолжаем движение. Очень серьезный Волдереныш нам попал. Запускает тентажные. Да, вот такие вот Волдереныши, ребят. Но он тоже кишечник пытается. Ой, стамин закончился. Нашего Волдереныша. Дантешко, давай, аккуратнее, не спеши. Печенюха. Хорошо, два раза по голове мне попали. Вот такой вот Волдереночек. Пробиваем ему кишечник. Хорош. Просто кишечник, ребят. Просто щелкун. Вот так вот, Дантешко. Все твои тентакли могут быть тоже пойти против тебя в дальнейшем. Понимаешь, фишка? Итак, ну, неплохо. Раунд 2. Fight Night Champion.
eyes look pretty clear here, Johnny. How do you think he's going to do after being knocked down in the last round? What a heavy knockdown. How are they going to come back from that? Накал он нам тентакли. Ну, запускаем в кишечник немножечко. Это было лишнее. Это была лишняя прогулка. Прогулочка по саду. Ага. Да, у него еще, он еще работает. Хорошо. Продолжаем. Кишечник. Раз он волдырянушем своими тентаклями решил забросать нас. Да. Хорошо. Потихонечку, не спешу. Проветриваем его в кишечник. Ему тоже залетело хорошо. Конечно, не так, как это. Ужас. Подловил. Тентаклишка. Не успели. Чуть-чуть не закончился раунд. Но. Ну ничего страшного. Этот парень просто решил тентаклями разбросаться. Но я не думаю, что надолго его хватит. Главное не попадать сильно под его тентакли, если, конечно же, попадать, то просто будет конец. Продолжение следует. Хорошо. Потихонечку. Набиваем его. Ужас. Ну, короче, чувак просто на тентаклях живет. One, two, three, four, five, six. Да. Вот такие вот, вот такая вот дела. Просто не хотят драться, они хотят побеждать. А как? В принципе, мне все равно. Не, чувак. Похоже. Ага. Не успел. Кто хоть не успел, тот опоздал. Да, ну такой вот. Ударен уж попался нам. Тентакльщина просто чисто. Просто тентакльщина. Ну ничего страшного. Йо! Даже блок пробил. Вот это да. Вот это тентакличный. Очень тентакличный парень. Сечку нам сделал. Наша волдырёныш сечка справа. И убегает. Как трусливый этот песик. Что ж ты такой? Nice.
powerful counter shot. Голове ему потихонечку, потихонечку. Нет, вот на этот раз мы сядем. На этот раз мы сядем. Присели, успели. Да. Хорош, хорош. Знает, как пробивать. Да, тяжелый случай. Чисто тентакли. Примышечный. Ужас. Какой кошмар. Интересно, ему нравится так драться. Ужас. Чувак просто тентакличный. Он даже не стремится просто играть. Он, ему нравится вот так вот раскидывать тентакли. Да, ну молодец, молодец, человек. И убегает. Хорош, хорош. Невский. Мы будем с последнего подниматься, садиться. Надо его вымотать просто. Пусть он вымотается. А мы потом просто свое дело сделаем. Аккуратненько. Выматываем его. Не спеша его разматываем. Пусть он разматывается. Хорошо, мы ему по печени попали. Пусть, конечно, оно... Выжил. Just as quickly as it slows down, very close round with 10 seconds to go. Стамина обоих закончилась. Ужас. Да. На 11 очков он напряжен. Ну, он просто, конечно, бомбически делает. Кишечник. Хорошо, по печенюшечке. Ага. Хорошо. Вошла. Хорошо. So close. How can you separate them? It's gonna be a hard night.
Хорошо. Хорошо. Хорошо, в кишечник. Еще в голову ему. Ага, все, устал, да? Устал. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Хорошо, накидали ему немножечко. Он что-то там сделал. Ring the bell and here we go. So the fight will continue. How do they turn things around? That was a tough last round. Now you've got to make sure he doesn't turn. Ой-ой-ой-ой, попал под тентаклюшку. One, two, three, это печально. Это очень печально. Под тентаклюшку попадать нельзя. So he's back on his feet, but the judges aren't going to give him this round for sure. The corner needs to think nice and sharp. They know their fight. They know what their fight's capable of doing and what their fight can and cannot take. This is going to be a tough fight. Хорошо. На, тентаклюшку тебе. Кишечник. Ну и он раз тентакли раскидывает, мы будем кишечник. Работа. Кишечничек. You can't believe we're only halfway through the round. So this fight will continue, but how can they get... На, еще тебе. Застрял немножечко в эту. Это был драматический театр. Немножко застрял в этих проемах. Дантешка. Волдыреночка. На, еще тебе. Вот такой вот Волдыреноч. Страшнейший попался. Очень много тентаклей употреблял. И в итоге все, отлетел, ребят, отлетел. Наказали Волдыреныша за то, что он использовал много тентаклей. Все его тентакли прошли мимо его. Да, он хорошо шел, он, потому что тентакли, мы думал меня уничтожать. Но в итоге, ребят, оттентаклился парнишка. Вот так вот. Его тентакли были страшные, но не настолько. Насколько мои кишечные палочки.